Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы вновь встречаемся с вами в нашей студии СГУ ТВ. С вами я, писатель Александр Владимиров. И мы продолжаем цикл передач, посвященных нашему любимому виду спорта – хоккею. И сегодня мы вновь встречаемся с выдающимся нашим нападающим, с выдающимся нашим тренером, заслуженным мастером спорта, заслуженным тренером Советского Союза, России, Латвийской ССР Владимиром Владимировичем Юрзиным. Здравствуйте, Владимир Владимирович, большое спасибо, что вы вновь согласились к нам прийти в студию. И, значит, у нас в прошлый раз мы говорили о проблемах молодежной хоккейной лиги. Но вот сейчас многим зрителям было бы интересно поговорить о континентальной хоккейной лиге. Скажите, пожалуйста, вот говорят о расширении континентальной хоккейной лиги, в том числе о привлечении туда шведских клубов. Вот АИК собирается прийти, потом, я знаю, Ветра из Литвы, Карловы Вары. Вот как вы думаете, возможно ли такое расширение и к чему оно может привести? Здравствуйте, Александр. Ну, давайте, что касается вообще континентальной хоккейной лиги. Сейчас она у нас второй год создана. Честно говоря, я не особо верил в ее создание. Так, ну, поговорят, знаете, как это. Сейчас лига есть. Лига существует. Лига международная. Лига находится в развитии. Ну, я могу сказать, конечно, что для меня, например, это, конечно, приехав в Санкт-Петербург и побывав на матче, увидев в Санкт-Петербурге 12 тысяч или 13 тысяч зрителей, я такого еще не видел, понимаете, на матч команды СКА. Или посмотрев матч Динамо-ЦСКА, там 5 тысяч на малой спортивной арене, это тоже. Но мы привыкли, что там в Ярославле там 9 тысяч всегда. И в Омске, да. Ну, сейчас уже и в Омске, и все другие, и Челябинск, вы понимаете? То есть она растет и развивается, понимаете? Другое дело, например, как она будет развиваться. Я думаю, что вот при том интересе, который создан, при том развитии, которое она сейчас имеет, я думаю, все-таки она, на мой взгляд, должна пойти в сторону ввода своих молодых игроков и тренеров. Для чего и создана эта молодежная хоккейная лига. Нам как бы пригласили, сказали, вот сейчас, молодые ребята и тренеры, мы вас ждем, вы должны быть сильными, конкурентными, вы наша свежая кровь, давайте вот и приходите, нам нужны новые молодые звезды и тренеры. Поэтому я вижу, что вот это вот движение, оно должно, на мой взгляд, должно начаться. И оно уже сейчас началось. Особенно в клубах, которые, например, так сказать, ну, не имеют таких средств. А школы они все имеют. Молодежную хоккейную и лигу имеют. И они уже так вводят своих ребят, дают, доверяют им, и они уже пошли. И тренеры то же самое. Понимаете как? Ну, например, Борщевский. Ну, например, Ярушкин, видите, ну, например, там Кравец или там тренер у нас в Сибири, и в Страф, если мне память не изменяет, тоже он уже работает в первой команде. Поэтому я думаю, что развитие этой лиги, мне кажется, все-таки в первую очередь должно пойти в сторону собственного, высококвалифицированного, высококачественного резерва. Из наших игроков и тренеров. И желательно, конечно, из менеджеров. Те, которые сегодня тоже работают и в молодежной хоккейной лиге. Что касается развития международного. Конечно, вопрос очень интересный и сложный. Потому что лига, она как, в общем-то, и все, и живой. Она имеет и свои сложности. Давайте уж не будем закрывать глаза на Ладу Тольятти. Понимаете, да. Это тоже, в общем-то, головная наша боль. Давайте смотреть тоже проблемы, которые имеют и другие клубы. Тоже ушли центры, Воскресенск, Крылья Советов, понимаете, там и Витязи там тоже, я слышал, там есть экономические проблемы. То есть это, в общем-то, сегодня такая лига, которая будет постоянно совершенствоваться. По какому пути она пойдет? Или по сокращению,
клубов, количество клубов, или вот то, что вы сказали, это по приглашению иностранных клубов. Ну что же, это, в общем-то, дело говорит о том, что создание вот этих новых клубов, я думаю, что это вещь очень интересная, потому что это говорит о развитии этой. Главное, чтобы здесь не осталось только разговорами, потому что я знаю хоккеисты, например, шведского руководства шведского Айка, они очень хотят прийти в эту лигу. Команда у них молодая, в основном это возрождение сейчас традиции за счет собственного резерва, очень интересная команда. Болельщики проголосовали за вход в континентальную хоккейную лигу, но есть еще федерация хоккея, которая, Швеция, которая будет решать, дать добро или нет. Понимаете, это, в общем-то, такие шаги, они довольно беспрецедентные. То же самое это касается, там, например, чешских клубов. Ну, Ветра, литовцы, ну, конечно, это, в общем-то, для них это, я вам скажу, они очень много выигрывают от участия в нашей лиге. В континентальной хоккейной лиге, я неправильно говорю. Потому что и для сборной Латвии, я скажу, что эта лига, она очень много дала. Они получили хорошую команду сейчас на Олимпийских играх. Потому что в основном играют свои чемпионаты мира. Это хорошая школа для белорусского клуба, который пойдет, в общем-то, другое там дело, по какому пути они пойдут. Потому что они сейчас там тоже у них там наприглашали, там, а свои там. Здесь тоже выбор у них есть. Это Казахстан имеет тоже свою собственную команду. То есть все, они прекрасно понимают, что это, в общем-то, развитие хоккея в стране, это создание сборных команд, которые постоянно будут на этой основе представлять очень мощную силу на европейском и на мировом хоккее. Поэтому все думают, все смотрят, все имеют свой интерес, свою лигу. Лига будет развиваться. Мне кажется, что вот если бы к нам были привлечены шведские клубы, финские клубы, там, чешские клубы, то действительно мы могли создать своего рода лигу чемпионов. И потом объединение, может быть, даже финансовых возможностей наших там шведских, именно для развития лиги. Может быть, со временем мы действительно смогли бы составить серьезную конкуренцию национальной хоккейной лиги. Потом я слышал такие, кто-то писал, не помню, кто из известных хоккеистов, говорит, представляете, вот можно даже открыть, скажем, клуб там в Лондоне, в Париже. Пусть это не хоккейные страны, но на одну хоккейную команду можно действительно набрать и средств, и игроков. И действительно это может получиться что-то очень интересное. Потому что, вот они пытаются создать, я насколько знаю, европейскую хоккейную лигу. И я даже понимаю, почему они пытаются ее создать. Это шведы, финны, там, норвежцы, датчане. Но мне кажется, что все равно в нынешних условиях, зажатой между НХЛ и КХЛ, лига европейская не выдержит. Просто финансово не выдержит. Все равно отток будет игроков. Я могу ошибаться. Кто здесь может сказать вам готовый рецепт? Понимаете как? Ну, с другой стороны, в общем-то, тоже, говорите, мечтать не вредно. Это у нас есть такое, да? Ну, да. Тем более, что, знаете, как вот если это представить сюда, то получится все это Индии. А вы тоже уверены, что все так хотят? К нам прям, знаете, уж мы такие прям все, прям к нам бегом бегут. Потому что и шведы, и финны все исходят из собственного интереса. Безусловно. Уже речь давно идет о создании скандинавской лиги, а уже есть и опыт в Европе и создание вот таких интернациональных лиг. Ну, например, лига в Австрии, австрийская лига, она включает туда команды из Словении, две команды, это Любляна и Есеница. Это венгерская команда. Это сейчас команда из Загреба, и 6, значит, там команд, по-моему, или нет, сколько там, и 8 команд. Сейчас точно не помню. Это австрийских команд. То есть здесь уже подобные есть. И, в общем-то, мы не изобретаем велосипед. Там создать команду в Англии, это уже было, мы тоже проходили, были тогда клубы, значит,
Лондон Лайонс, там играли лучшие шведы, но, к сожалению, это там и там чехи. Здесь, знаете, как здесь, как говорят, знаете, у Высоцкого, а где, говорят, деньги, Зин? Да, точно. Здесь все считают, да, вы конечно, понимаете? Да. И что мы из этого выиграем, и что мы из этого потеряем. Да, да, да. Конечно, знаете, как эти... И мы тоже должны свои интересы здесь очень четко и ясно представлять. Безусловно. Потому что, посмотрите, даже тот же Быков, он так потихонечку, аккуратно говорит, а не наигрываем ли мы себе мощных соперников, понимаете как, в лице вот этих команд или в лице там приглашенных игроков. Ну да. Он об этом уже тоже заявляет, понимаете, так аккуратно, но есть, понимаете как. А есть же ведь тенденции, что, например, швейцарцы все там, даже немцы сейчас сокращают количество там, приглашенных из других, потому что, значит, мы хотим, значит, свою молодежь вносить. Понимаете как? Здесь, в общем-то, это здесь надо учитывать все интересы, понимаете как? Ну да. Поэтому исходить-то надо, откровенно говоря. Из собственных интересов. И если мы уже вышли на этот уровень, а может быть, нам действительно подтянуть этих своих, знаете, звезд, которые вот сейчас должны появиться. Угу. Среди нашей молодежи. Владимир Владимирович, еще вот по КХЛ часто задают вопрос болельщики. Вот 56 игр в регулярном чемпионате. Немного ли это? Потому что бывает период, когда такие ведущие клубы, как там Салават, Акбарс, Локомотив, там, Динамо, ну, они уже, в принципе, решили свою проблему. И последние матчи, они просто доигрывают. А какая разница, с кем играть, ну, там, с третьей, там, четвертой? Преимущество своего поля, но оно чисто формально. Вот. Может быть, действительно сделать больше упор на плей-офф, на Кубок Гагарина, потому что самый-то интерес все-таки начинается, когда Кубок Гагарина. Когда я увидел рейтинги, какие у Кубка Гагарина, например, в Казани он превосходит даже новостной блок, в Челябинске он второй после новостей. Это же потрясающие у него рейтинги. Понимаете как, здесь, в общем-то, очень много сейчас таких событий в развитии континентальной хоккейной лиги, которые они должны служить предметом для дальнейшего развития специалистов и, в общем-то, болельщиков. Ну, вы говорите, много, большое количество. А вот я сейчас пришел, конечно, здесь еще ведь связано, и давайте так говорить откровенно, что связано и с материальным состоянием. А могу ли я каждый раз все время платить и платить? Понимаете, там или что? Ну, или да. Там? Это же, знаете, как... Но посмотрите, вот вы вопрос ставите, вот, сосредоточиваясь на плей-оффе. Ну, сейчас я вот пришел, играет «Спартак» из СКА Санкт-Петербург. Зрители в Сокольниках. Полностью. Сейчас я, ну, давайте так, поскромнее, на земле. Ну, вот я сейчас посмотрел, Динамо, ЦСКА, вроде тоже там все ясно. 5000, а я давно не видел. А СКА играет 8-10 тысяч даже там, понимаете как? А Минск сейчас там тоже построил великолепную арену. То есть, в общем-то, они нам показали, куда надо вкладывать денежки. Знаете, как это в сказке с Буратино, да? Угу. Потому что, смотрите, к сожалению-то мы в Москве-то сегодня играем на старых каточках-то. Угу. Мы играем-то уже на тех, которых зрители ходят, потому что любят, а в общем-то... Угу. А эти все, посмотрите, на периферии, посмотрите как. Ярославль, там Череповец, вы возьмите, там Омск, Челябинск, Магнитогорск, Казань. Уфа, Казань, вы все, посмотрите. Забито все, да. Забито. Не то, что забито тоже, это еще надо и команду иметь, чтобы она хорошо играла, и со зрителем надо работать, понимаете? Работать, да. Но там же уже другие условия. Да. Да даже посмотрите, сколько у нас вот есть таких мест, где, может быть, нет команды высшей лиги или КХЛ, а где есть молодежная лига. Угу. Там тоже у нас, посмотрите, есть хорошие условия. Угу. То есть здесь, в общем-то, я еще раз говорю, что здесь плей-офф, плей-офф. А то, что мы сейчас лига собирает, вот что очень важно. Тоже верно, да, тоже верно. Ну, раз собирает, да, я тут
не спорю. Нет, я просто говорю, что иногда бывает, что вот к концу, вот, лично я с огромным удовольствием смотрю, а вот к концу, когда уже, в принципе, все ясно, но уже все ждут плей-офф. И второй вопрос. Ну, вот этот вопрос я вам хочу еще немножечко, потому что такой большой. Я вот прочитал интервью от тренера ЦСКА еще, когда работали там Слава Быков и, значит, работали все. Они, значит, пишут, для нас главное плей-офф игра. А здесь это вроде нам и не важно. Да мы вроде и не ставим задачу, значит, выигрыши. Ну, я много работал на Западе. Попробуйте так своим болельщикам заявить о том, что для нас это... Да, они тут же развернутся и скажут, а что ж тогда вы, значит, что же на вас ходить-то, дорогие мои? А где-нибудь в Филадельфии еще и взорвут там тренера. Да как же вы, значит, такое? А что же вы, значит, как... Да мы на вас пришли, потому что вы у нас самые лучшие. Да. Да у нас сейчас мы всех, значит, здесь сделаем, обыграем. Ладно, сегодня мы обыграем, а завтра мы, значит, этих там... Понимаете, как? Вот подход. И здесь... И... Ага. Поэтому, и, значит, плей-офф, что? Здесь вот сегодня... Вот нас там обидело ЦСКА, там два, а вот сейчас как мы их сейчас здесь рванем, значит, нет, так. Нет, я хочу сегодня, я хочу сейчас. Да, скажите, понимаете, и второй, это другой, да, пожалуйста. И второй вопрос. Вот мне кажется, что вот сам плей-офф, он как-то немножко у нас скомкан. Вообще, конечно, мне кажется, что идеальный вариант проводить бы плей-офф, скажем, до конца мая. Вот, чтобы действительно это было интересно. Но здесь возникает следующая проблема. Проблема с чемпионатом мира, который проходит. И сразу у всех возникает закономерный вопрос. И вопрос этот, он может быть не слишком приятный для тех, кто возглавляет и нашу хоккейную федерацию, может быть, для представителей мирового хоккея. Но болельщики задают вопрос, а зачем нужен вот этот чемпионат мира, где сильнейших нет? Тем более сейчас Кубок Канады, Кубок мира хотят возродить канадцы с 2011 года. Да люди просто запутаются. И еще, значит, один... Только по частям. Ага, да, нет. А то я просто... у меня первый вопрос, я просто выскочил уже из головы. Я просто, нет, я просто... Нет, вопрос как ко мне. Нет, вот, может быть, есть смысл трансформировать чемпионат мира, перенести его, скажем, все, на все, сентябрь. Все. Можно я? Можно, а то можно. У нас... да. Первое, это то, что в отношении плей-оффа совершенно согласен с вами, что он не должен быть скомкан. На него должно быть время. Понимаете? Да. То здесь это вызывает события, то есть подряд практически никто не играет, или там, знаете, как это, там из 7 матчей, то есть это, в общем-то, растягивает, чтобы клубы могли заработать деньги, чтобы болельщики были тоже, успевали отдохнуть, а то мы, значит, сегодня 1-2, и уже не понял, вылетел, и все, понимаете, то есть это, в общем-то, ни в коем случае скоп. Нужно время выделять для плей-офф, полностью согласен. Второе, что касается чемпионатов мира, а кто вам сказал, что они неполноценны? А вы видели, как бьются федерации стран за то, чтобы получить право на чемпионат мира? А вы видели, сколько зрителей ходят, вот, например, вот сейчас вот в Швейцарии было, понимаете, на матчи сборных команд приезжают, когда особенно предварительные, там вот там венгры приезжают, понимаете, так они, ну, у них сборные, так они, значит, весь стадион там забит, понимаете как? То есть, в общем-то, это праздник, как он был, так он и остается. Другое дело, что мне кажется, великолепное поле для молодых игроков, для новых, для появления звезд. Ну вот, я не знаю, я просто обратил внимание вот на что. Идет, скажем, по футболу Кубок Конфедераций. Вот, этих африканских стран, или это Кубок африканских стран. Ну, многие мои знакомые всегда в отношении футбол, хоккея дают предпочтение хоккею. Но вот когда смотрят международные соревнования, они задаются вопросом, вот Кубок Конфедерации там, или Кубок африканских стран. Его интересно посмотреть, почему? Потому что играют сильнейшие. Но когда мы на чемпионате мира не видим ни Малкина, ни Овечкина, ну, представьте себе чемпионат мира по футболу, скажем, без Франции, там, без Зидана, там, вот на последний чемпионат, Италию без Буффона, без Канаваро и так далее. Ну да, это такой в турнир, он, ну, все-таки он не первый.
правы. Все-таки на чемпионате мира должны играть сильнейшие. И хоккей, как мне кажется, он настолько самодостаточный вид спорта, что, значит, он должен проводить действительно чемпионат по принципу футбольного. Может быть, раз там в 4 года, я не знаю, как, может быть, там раз в 2 года. Но это турнир, которого мы должны ждать. А когда вы правильно совершенно сказали, что это резерв, но тогда не надо называть вот этот резервный состав чемпионата мира, потому что, ну, чемпионат это сильнейший. Александр, полностью не согласен с вами. Нет Малкина, он должен быть Палкин из Магнитогорска, понимаете там? Ага. Нет Овечкина, есть у нас Барашков из, значит, Ижевска, есть у нас Стрельцова, есть у нас Малыхина, есть у нас Макарова, есть у нас он сейчас в «Спартаке» там Ледучин, понимаете? То есть, в общем-то, мы должны давать дорогу и игрокам, и тренерам. И, вы знаете, эти чемпионаты нам дадут и новых Малкинов, и новых Овечкиных, и новых Ковальчуков. Они должны нам дать. Потому что наше хозяйство, оно такое, что и мы должны, значит, и болельщиками, и сами. Почему-то мы все себя вот как-то, я не знаю, мы все себя принижаем, мы как все такие второго сорта вроде у нас нет. Ну как же нет? В России нет, значит, хороших игроков. Ну а что же мы тогда работаем? Понимаете, нет. Как у нас такая континентальная хоккейная лига, значит, у нас и все. Ну что же мы тогда расписываемся в собственном бессилии, Александр? Я просто вспоминаю... Давайте на эту тему не будем спорить, останемся при своих мнениях, понимаете как? И давайте следующий вопрос. Я просто уже время наше уже подходит к концу. Я просто одну маленькую ремарку в свою защиту. Да я на вас не нападаю. Финский тренер Яланен, Яланен фамилия, он сказал, что чемпионат мира... для нас важен как подготовка к Олимпиаде. Ну, вы представляете, чтобы сказал об этом там английский, там, не знаю, тренер португальской сборной, чемпионат мира, для нас важны условия подготовки к какому-то турниру. Его просто бы не поняли. Ну, ладно, наверное... Сказать одно. А вы знаете, вот я сейчас бываю в Европе, много в Финляндии. Вот я был сейчас играть, ТПС, Лука. Говорят, у нас игроков нет, и у нас этого чего там они все разъехались. Конечно, ну, в Финляндии, вы же знаете, это там пол Москвы, понимаете? Или, ну, да. Или Москва там, да? 5 миллионов, что ли? Да, и вот играет в Турку, в ТПС, где я там работал там много лет, понимаете? Играет, значит, ТПС играет против Лука Раума, это соседи там, на соседей. Так вот, на этом матче 9 тысяч зрителей, понимаете как? 9 тысяч зрителей, прекрасный каток в Турку. Представляете? Да, представляю. Ну, национальный спорт. Сейчас они потом, что значит национальный спорт? И у них в НХЛ там вратари одни финны. Понимаете, у них там человек 5 или 6 на ведущих позициях, понимаете как? Ну, уезжают, ну, у нас вот они свои, они ничем не хуже. Понимаете как? И сейчас они, в общем-то, четкие и ясные позиции у многих. У шведов вот сейчас они... клубы говорят, да, вот у нас уехали там играют в НХЛ, играют в КХЛ. И они как свою вот эту вот подготовленную группу молодых ребят запустили. Я вот разговаривал с тренером, с Харди Нильсоном, известнейший тренер. Он говорит, Владимир, ты знаешь, а у меня сейчас на первых позициях вот эти молодые. Он только пришел, он долго работал там в Австрии, везде. Германия, известнейший тренер сборной работал. Он говорит, у меня сейчас пришли вот эти молодые ребята, они у меня играют на лучших позициях. На первых позициях они у меня ничем не хуже, они у меня лучше. Представляете? Ну да. То есть вот подход. Владимир Ильич, большое вам спасибо за то, что вы согласились прийти к нам. К сожалению, время нашей передачи заканчивается. Но в любом случае, совпали, не совпали мнения. Я думаю, что любая позиция имеет право. Хорошо, значит, что мы не совпали. Хорошо, да. А то как проект недомыслили в России. А если бы совпали, да. Ну, а вам здоровья, счастья, долгих-долгих лет жизни. И действительно, спасибо, что есть такие люди, как вы, которые проставляют наше отечество, наш народ своими выдающимися делами. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за ваши добрые слова, а я уж постараюсь вас не подвести. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, на сегодня мы попрощаемся. До следующих встреч. Всего вам доброго. До свидания.